Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 7 на странице 49 учебника математики для 2 класса автора Дорофеева. Выполни вычисление. Два умножить на 10 получается 20. 20 минус 10 равно 10. 3 умножить на 5 равно 15. 15 плюс 5 равно 20. 2 умножить на 5 равно 10. 10 минус 5 равно 5. 2 умножить на 6 равно 12. 12 плюс 6 равно 18. 4 умножить на 5 равно 20. 20 минус 8 равно 2. 2 умножить на 8 равно 16. 16 минус 13 равно 3. 3 умножить на 6 равно 18, 18 минус 14 равно 4. 4 умножить на 4 равно 16, 16 минус 10 равно 6. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.